Правительство выделило Центральной избирательной комиссии обещанные 22 миллиона 400 тысяч леев для досрочных парламентских выборов, которые прошли 11 июля. Деньги из резервного фонда пойдут на выплату зарплаты сотрудникам избирательных комиссий. Правительство выполнило обязательства перед Центральной избирательной комиссией. Деньги на организацию проведения выборов перечислены на счет. Решение о предоставлении финансовых средств должны были принять на прошлой неделе. Однако тогда заседание Кабинета министров не состоялось из-за отсутствия кворума. Ранее правительство выделило ЦИК 70 миллионов леев для организации парламентских выборов. Еще около 20 миллионов были предложены в виде масок, дезинфицирующих средств и козырьков. Первоначально ЦИК запросил 125 миллионов леев для проведения выборов, но исполняющий обязанности премьер-министра Аурелий Чокой сказал, что сумма должна быть пересмотрена.